Всем привет! Решил записать небольшое видео и рассказать некоторые основы про то, как Elixir работает с документацией. Для этого нам нужно будет создать какой-нибудь простой проект. Чтобы сконцентрироваться именно на задаче, я использую один из предыдущих своих проектов, а именно модуль, который работает различным способом со статистикой. Так, вот у меня тут создался уже проект. Открыли его ватами, и давайте тут создадим count stats модуль. Кайко stats. Сохранили. Чтобы задокументировать наш модуль, используются следующие вещи. Пишем модуль doc, собака, модуль doc, здесь тройное двоеточие, и здесь тройное. И здесь мы пишем описание, все, что сочтем нужным. Я пишу и сам статистик works. И давайте я еще опишу какую-нибудь функцию. Для этого я воспользуюсь вот этим вот. Так. Это у нас... Я average, значит, пишем calculate. То есть мы сейчас пытаемся задокументировать функцию конкретно. То есть модуль doc используется для документирования модуля, а просто doc используется для документирования конкретной функции. Так что пишем. Average of calculate average of number list. Окей, и здесь давайте напишем какой-нибудь пример. Count stats. То есть это не только, помните, это не только документация, но и doc test. Так, пишем здесь AVG, и здесь какой-нибудь лист передадим, просто примитивный. Так, отвечать будет 3. Теперь, как мы все это можем посмотреть? Для начала этой документации мы можем воспользоваться в интерактивной оболочке. Так что давайте запустим наш проект в интерактивной оболочке Эликсира. Сейчас будет компиляция. И мы используем функцию h, имя модуля, и вуаля, вот наша документация, которую мы прописали в файле. Здорово. Точно таким же способом мы можем посмотреть документацию функции. Давайте сделаем это. Пишем название функции. И что мы видим? Calculate, average. То есть вот
то, что мы здесь прописали, и даже с примером, здорово, здорово. То есть, таким образом мы можем исследовать функции, документацию функций. Но можно сделать еще круче, еще лучше. Я надеюсь, что вы уже успели насладиться документацией Эликсира или Феникса. Но когда вы работали, когда вы работали с этой документацией, вы когда-нибудь замечали следующую, сейчас покажу. Следующую надпись. Build using xdoc. Давайте перейдем и посмотрим, что же это все-таки такое. И как мы видим, это всего лишь какая-то библиотека. И как вы, наверное, уже догадываетесь, эта библиотека позволяет сгенерировать вот такой прекрасный вид нашей документации. Здорово? Еще бы. Давайте попробуем это сделать. Так, берем. Нам нужно вытащить для начала dependency. Идем и копируем наш mix файл. Скопировали. Так, перезапустил консоль. И mix. Мне нужно dependency. Скачаем dependency. И. Так, отлично. Скачались. И теперь, чтобы сгенерировать вот эту красоту, нам нужно воспользоваться следующей командой. Mix docs. Docs. Все. Это все, что от нас требуется. Сейчас будет компиляция. Так, компиляция завершилась, но что самое интересное, читаем doc successfully generated. View them at. И здесь мы видим путь. И в действительности, если вы посмотрите, то у нас появилась папка doc. И в ней есть HTML файлы. Давайте откроем и посмотрим, как они у нас отображаются в браузере. Вот она, красота наша. Вот наш название, скажем так, нашей библиотеки KaikaStats. Вот наши два модуля. Это дефолтный, а это тот, который вот мы создали. Давайте зайдем в него и посмотрим, что в нем есть. Вот короткое описание, которое мы писали, и да, сам статистик works. Ой, ошибки, ну да ладно. Сплошные ошибки. Вот описание нашей функции. И как вы видите, прописался еще и example. Здорово, вообще супер. Ну и как после такого можно
взять и не писать на эликсире, а? See you next time.